Дорогие мои, всем-всем здравствуйте. Всех приветствую на канале. На канале Уголёнь деревни, Тамбовская область, Староюрский район. У меня спрашивают, где ты проживаешь. Вот я вам сказала. Сегодня 1 сентября. Первый день осени. Да, персик? Вышла он тут, как тут. Трётся об мои ноги. Сегодня день знаний, первый день. Но, видите, пришло на воскресенье. 25 градусов. Сегодня я вышла, говорю, попозже. Неохота чуть было прям выходить. Воскресенье. Но вот так хорошо. Но выходить надо. Птица орёт, все орут, пищать. И что это и что усеяла с октября месяца, но вся пожуху. И там он еще будет свисти. Дружок, привет. Я вот эту розу плетистую беру отсюда. Она весь вид закрывает. Там у меня розы цветут. Она все закрывает, и ничего не видно. Весной тогда ее. Куда-нибудь он туда, на задний двор. Радует пока. Где-то засохли, где-то цветут. Прямо такая шапка набитная, да? Такой интересный. Такой запах обалденный. Так, ладно, пошла я убираться. Неженки, да? Пойдем, персик, убирать скотину. Рад всем скрабахтать об этой деревяшку. На подиуме сел. И как это говорится? На подиум. А я вам не показал, вчера я порядок навела. Все сгребла, все убрала. Даже эти с этой стороны подоконники помыла. Так, орете, сейчас я вас открывать буду. Воды вам поналиваю. Так, ну все, друзья, работаем. Пошлите. Опять у них грязь, а.
говорю, в воскресенье отдохни. Да, отдохни уж здесь. Не ори. Орешь дуриком. Корыто, бог знает, куда угнала, ай. Ой-ой-ой. Не одец чисто. Тут футболку чисто оделся уже в говне. Блин, не даст он никак. Уйди. Ой, ёлкин. Не ори. Давай. Даже крючок весь согнулся. Давай, фуража. И картошки. Ничего нету. Все. О-о, начинается. Чё тебе? Сено? Ну, чё ты тут? Нормально? О, пожрал. Выгрызся. Сейчас я тебя перебью. Поближе сюда привязал. Траву пофигарю. Иди, на. Ты принесла картошки. Куража. Картошку вся дорезала. Этот раз не стала. Жрёть. Чё тут шишка-то у тебя? А ну проходит. Уже становится такая шкурка. Ну, стал травы больше жрать. Это вообще стоял. Наверное, нарывала. Сейчас перебью я. Что-то еще и запутался. Все семечки поклевали. А не, вот этот цел, но он такой, что не пошел. Ну как там, вот большие. Это они у нас сами выросли на огороде. Ну, птицам тоже надо клевать, правда? Пустые. Оксан, вот нам надо было с тобой сюда сходить, прямо на огород. Погляди, какие красивые, да? Это для рукоделия ей нужны были такие штуки. Как эта песня поется? Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Да? Поедем. Еще что ли одну положить? Ну, для равновесия. У меня брат молодец прямо. Приехал все и помогает, помогает, все делает. Он тоже за тыкой, гляжу, приехал. Или за кабачками. Ну, что тревожить? Короче, тоже с тачкой, как и я. Молодец. Так и надо. Пришла за кабачками. Тыку уже отвязала. Кабачки еще. Нару. А тут надо... Клубник уже получит. Да елка. Сейчас там он на краю еще. Давайте я скину, а то вы наклюете, а другие нет. Дорогие мои, всем-всем-всем еще раз всех приветствую. Всем говорю здравствуйте. Мне одна и говорит.
Ты так культурно разговариваешь, а я говорю, вы что, мне не знаете, что я так всю жизнь культурно разговариваю? Что вы говоришь, здравствуйте, до свидания. А как еще? Нет, матом пошлю всех, да? Вот так вот. Так что я сегодня должна быть где? На дне рождения в Москве, а я вот здесь, в Сколько своей. У нас сегодня же ведь у Добрынечка нашего день рождения. Внучка, он говорит, он мне, баб, ты обещал приехать. Я говорю, ну, обещал, тревогу жду. Он меня смотрит, сейчас я его поздравлю. Я скинул денежки. Но мама ему купила от меня подарок. Эксклюзивный. Такого еще ни у кого нет, это вот честно. Я покажу сейчас вам. Я просто объясню. Ну, у кого внучаты или дети есть кепка, а на кепку вставляются эти вот... Ну, я не знаю, собираются там из этих, из разных. И так красиво, интересно. Там и человечки, и это... Ну, я не знаю, как это называется. Короче, я вам сейчас покажу. Сейчас вот расскажу, и это... Добрынюшка, золотой ты наш, дорогой наш мальчик. Я тебя очень-очень люблю. Он всегда говорит, что мы его не любим. Я тебя поздравляю с твоим днем рождения. Ты у нас уже такой взросленький стал. Такой классненький, такой хороший. Такой красавчик. Ты просто для нас вот отдушина. Звоню тебе всегда, прям не нарадуюсь. Так что я тебя, дорогой мой, поздравляю. Здоровья тебе самое главное. Как приедешь в Москву, так ты болеешь и болеешь. Опять приболел. Пошел в сад, сходил 4 дня и приболел. Ну, это вообще температура. Ой, так что мы тебя очень любим. Все-все любим. Особенно я. Ну, не говоря уже там мам, папа. А я тебе вообще... Прям вот хочется тискать и тискать тебе, целовать и целовать, и обнимать, как мы с тобой всегда делаем, да? Мы тогда, его оставили меня, и мы с ним вдвоем были. А весна была, так тяжело было. Вот. Ну, ему сколько, наверное, было? 3 года. Чуть прям им было срочно вот оставить. Он месяц у меня жил, вот весной. Потом его забрали. Ну, и они через некоторое время приехали, он говорит, «Баб, как же ты тут без...» Не, он меня звал Галей. Говорит, «Гай, как же ты тут без меня жила?» Я тут так, скотину вставала убирать, он, ну как, спит, сидел у него, пока он встанет, тогда идем вместе с ним скотину убирать. Вот так вот, Так что день рождения у него сегодня. Юля мне вчера говорит, «Тетя Галь, поедем?» Она сегодня уехала. Я говорю, да нет, хозяйство. Тут хозяйство. Держите за руки, за ноги хозяйство. Надо вот убирать, оставить одних курей. И поехала, до свидания. Картошку выкопала, приехала через неделю. Как раз побыла бы у старшего внука, теперь скоро день рождения. Вот. А то вот, сиди в этой скобливке, в этой дыре. Вот такие дела. Ну ладно, не будем о плохом, все хорошо. Так, надо, наверное, завтракать. Да поздравляйте, у мамы скинул мне фотографии. Она сама торт испекла. Да какой красивый. Я всегда, когда дети были маленькие, всегда торты пекла. Меня сестра научила, Любаша. Спасибо тебе, дорогая моя. Вот. Я пекла. И вот она, рецепты, она говорит, мам, расскажи, ну, она у нее написано, говорит, там, немножко ей подсказывала, спекла, да какой хороший, да какой красивый, вообще, сейчас я вам покажу, смотрите. Ну что, посмотрели? Если человек, как сказать, рукодельный, он во всем рукодельный, правда?
Так что, Добрынечки, вот такая кепка. Ну что, давайте, наверное, завтракать, что ли. Вы уж позавтракали или нет? Небось, наелись и сидите меня смотрите. А я... Ну что, приятно всем аппетита. Кофе сделала с медом. Он еще не растаял. Вот. Творог со сметаной. Да люблю я творог. Лучше, чем кашу. Может, когда и кашу. А это сырку кусочек, яичко и хлебушку поджарила. Все, дорогие мои, всем приятного аппетита. Присаживайтесь. Пьем чай и смотрим фильм. Хотел идти скотин поить. Варнет. Надо саму себя сейчас напоить сначала, а потом идти. Ну, а чайку навела. Вчерашняя шоколадка-то осталась, надо ее употребить. Уже вот одела, вот сейчас пойду. На улице жара вообще страшная. А я утром, когда с вами поболтала, позавтракала. Добрынь поздравила, с Машей с Леной поболтала и легла. И вот до 12, наверное, точно прям вот дремала. Потом одна сестра позвонила, вторая. Вот глаз когда дергается, а мне вот так сейчас за левым плечом какая-то мышца там постоянно дергает, покой вообще не дает. Наверное, перетрудила. Сейчас попью. Так, читал комментарии. Там у Елены сегодня день рождения, 55 лет. Поздравляю с юбилеем. Желаю здоровья. Все только хорошего. Удачи. 55 это вообще хорошо. Блин, заварка попала. Так, и еще одна Елена написала, что у внучки было 26 августа, тоже 6 лет. Так что тоже поздравляем. Так что у кого днюхи, всех с днем рождения. За вас. Конечно, дурь умается на все, да? Порвала перец. Фарш у меня нету. Я сейчас с рисом. И рис остался вообще немножко. Весь выспал, вымыла. Сейчас овощной сделаю. И как раз свой казан опробую. Так, скажет, что-то она смеется. Да ничего, и просто улыбаюсь. Наложила. Видно? Закрою, пусть тушится. Сейчас закипит и на маленький огонь сделаем. Я смотрю, межзерно мало. Пока у меня там перец тушится, я как раз у этих чухманов почищу. Ну ты вот посмотри, что творится. Ну это вообще... Ну иди, лезешь, блин. Грязнули. Не. Оттуда. Все любят, когда сухо, чисто. Почистила. Ну что, давайте посмотрим, что тут у меня. Шипить, шкварчить. Нам все прошло за... Пока я там чистила, минут 40 или 50. Сейчас отключу.
Так, занесла арбуз. Что, давайте разрежем. Семена соберем вирени усовой. Да? Сейчас посмотрим. Арбуз аж внутри вон какой. Вот с двух помидоров вчера мясистых вот столько мало семян. Ну не мало, но так хорошо. Но все равно вот с двух они прям очень мясистые были. Набрала помидора. Ой, Каринке опять за мясорубкой иди. За соковыжималкой. Наверное, завтра схожу. Как вы думаете, что делать с лилейниками? Обрезать их или что? Вы что делаете? Скажите мне, пожалуйста. Ну, вы видите, я в цветах копаюсь. Вот такая красота, такой закат. С той стороны не видно, а с этой вы посмотрите, как красиво. Первый сентябрьский денек. Как это есть песня. Первый похожий сентябрьский денек. Робко входил я в открытые двери. Первый. Блин, забыл песенка. Первый звонок. Так что, дорогие мои, на этом я свой фильм заканчиваю.
Все, всем все доброго, мирного нам неба. Вот такой красоты, никакой беды нам, чтобы все было только все хорошо, дорогие мои. Ну, я пока покопаюсь в цветах. Еще скотину не доубирала. Сейчас пойду убирать. Всем желаю только все только хорошего. Всего доброго. Ваша Галюня. Ну, а это поставьте пальчик вверх. Подпишитесь на каналы. И на YouTube, и на Дзен. Но YouTube сейчас мало стали подписываться, потому что переходим на Дзен. Дружок наш спит, отдыхает. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Вам не трудно нажать кнопочку, а мне это и приятно, и выгодно. Все, всем пока-пока.